могли выиграть эту игру. У нас была возможность, к сожалению, после удаления Печинова посложнее стала игра. И... Но все равно мяча на въезд, и здесь против Терек тоже неплохо. Команда идет без поражений, но тем не менее побед тоже не достает. Можно ли такой результат вообще считать удачным? Не, я не считаю, что удачный результат. Конечно, наконец-то там было. Один сейчас ли они забывают гол. Но если мы смотрим всю игру, и у нас, я думаю, что мы лучше, чем они играли. И особенно первые 20 минут второй тайм у нас было возможно несколько шансов возможно забивать гол. И поэтому я не могу сказать, что удачный результат. Скажу, что я думаю, результат честный, 1-1.